Здравствуйте, любимые наши подписчики. Видимо, то, что сегодня ночью состоится Хэллоуин, у нас творится невообразимое. Во-первых, свечи, посмотрите, как стильно текут. Обычно, когда горит одна свеча, она почти не течет. И посмотрите, особенно сильно течет зеленая свеча. Сколько наростов различных, посмотрите. А зеленая свеча у нас отвечает за финансы. Постоянно наши враги больше всего делают колдовства именно на наши финансы. Крадут наши финансы, зависть их берет. Красная свеча отвечает за нашу любовную сферу. Тоже, посмотрите, много понатекло, но не так сильно, как на зеленой свече. Значит, нам с вами надо снова срочно чистить наши финансы. Возвращать врагам все их безденежье, которое они на нас перекладывают. Отсекать все вражьи крадники. Но помимо финансов, мы, как всегда, будем чистить все сферы нашей жизни. Потому что, как мы не раз говорили, все-все-все в нашей жизни взаимосвязано. И надо очищать всегда все в комплексе. А еще посмотрите, перед началом очищения, как я непонятно как проткнула себе палец. Это значит, богам, духам и силам не только мои деньги и продукты нужны в откуп, но и моя кровь. Но мне не жалко, главное, лишь бы нам всем помочь, лишь бы у нас всех все было хорошо. Сегодня у нас с вами снова супер ритуал 4 в одном. Это и ответы на все ваши вопросы, и очищение, и гадания на воске, и полезная информация. Все сразу, чтобы не терять ваше драгоценное время. А пока мы с вами будем общаться, я буду отвечать на все ваши вопросы. Мой брат, как всегда, будет потихоньку говорить слова очищения. Потому что во всех чистках, как мы не раз говорили, это главное – слова. Спрашивают, о какой грязи идет речь в нашем предыдущем ритуале? Немытая тарелка – это уже грязь? Да, наши золотые, даже немытая тарелка – уже грязь. Не зря еще бабушки нам говорили, что нельзя оставлять грязную посуду. Придут бесы. Наверное, вы знаете такую примету. Поэтому все должно быть чистым. А еще мы не раз говорили, что надо вымыть все с солью и желательно с черным перцем. Добавлять в воду при мытье соль и черный перец. Вот видите, а мы сегодня сыпем не только черный перец, но еще и красный жгучий перец, чтобы эффект очищения у нас был как можно более сильный. На вас порчи. Энергетика в ваших жилищах также заражена порчами. Поэтому надо потрудиться, милые, взять себя в руки, засучить рукава и все перемыть. Обязательно проверить все углы жилья, все самые укромные места, в которых вы, возможно, сможете обнаружить даже подклады. Но даже если и не обнаружите, то именно в углах копится вся негативная энергетика. И надо все углы особенно тщательно перемыть солью и перцем. И сами обязательно помойтесь, добавляя при ополаскивании воду, соль и черный перец. Некротика и кладбищенские порчи особенно терпеть не могут эту смесь. Даже если у вас нет ремонта, нет денег на ремонт и так далее, все равно пройдитесь по всем поверхностям влажной тряпкой. Спрашивают, когда вернется огромная сумма денег, украденная мошенниками? Милый наш подписчик, у нас мошенники украли несколько миллионов, и мы видим, что у вас немного поменьше, но для вас это все равно очень много. Когда мы потеряли такую сумму, нам не хотелось жить. Мы хотели покончить с собой. Это было еще до принятия нами магической силы. И когда мы решили не сопротивляться и все же принять эту магическую силу, которая просто требовала, чтобы мы ее приняли, нам духи показали, что эти деньги к нам вернутся позже, пока мы не выполним свою задачу помощи людям, и что эти деньги ушли на оплату
кармических долгов наших предков, что все не зря и все не просто так. И за то, что мы искупили вину всех наших предков, за то, что искупили также огромный грех самоубийства, который был в нашем роду, искупили все свои грехи из прошлых жизней и стойко выдержали все испытания и страдания, Господь Бог и вся Вселенная нас позже очень сильно за это вознаградят. Духи нашего рода нас также за это очень отблагодарят, за очищение всего рода. Поэтому хотим вам сказать, главное, держитесь. Все не зря, и ваше к вам обязательно вернется. Главное, не грешите и старайтесь как можно больше совершить добрых дел. Но когда именно вернутся к вам ваши украденные деньги, решит только Господь, Бог. Но знаем точно, когда ваша чаша весов благодарности богам, духам и силам, чаша весов ваших добрых дел перевесит все грехи вашего рода, все ваши кармические отработки из прошлых ваших жизней и так далее, вот тогда к вам все вернется. Нам написал наш очень хороший благодарный подписчик, что его донаты иногда блокируют, не дают отправить, а он очень желает нас отблагодарить. Вот видите, как некоторые люди очень сильно стараются для нашего канала, даже пишут об этом в комментариях, чтобы мы помогли им наш канал продонатить. Это все уловки духов наших врагов. Хотим сказать вам огромное спасибо, и эти все ваши старания вам зачтутся всеми богами, духами и силами. Но вы все равно продолжайте стараться. Будьте сильнее духов наших врагов, и в конце концов вам удастся выслать донаты. Причин для блокировок нет. Это вражеские духи делают препятствия. Не хотят, чтобы мы вас чистили. Еще вопрос на эту же тему. Спрашивают, все ли наши ритуалы с откупами? Конечно, милые наши подписчики. Все наши ритуалы с откупами. Будьте внимательны и прислушивайтесь, пожалуйста, какие силы мы вызываем. Мы не работаем на своей так называемой силе, как другие практики. Вам помогают все боги, духи и силы, какие существуют. Потому-то и наши ритуалы очень и очень действенные и настоящие, в отличие от других практиков. А всем этим духам, богам и силам нужны откупы. И если вы их не делаете, вы рискуете своими жизнями и жизнями своих любимых. Мы это много раз уже говорили. Наши ритуалы вам обязательно помогут, но и обязательно надо делать откупы силам, обязательно. А там смотрите сами, мы никого не заставляем. А еще пишите обо всех своих проблемах. Мы заметили, что боги, духи и силы даже уже при прочтении нами ваших проблем начинают вам помогать. Мы, бывает, даже не успеваем что-то сделать, а они уже помогают. Поэтому пишите обо всем. Видимо, боги, духи и силы через нас читают о ваших проблемах. Иногда мы хотим с ними поговорить о ком-то из вас, а они нам сообщают, что уже в курсе, и уже работа идет полным ходом. Многие пишут, что на наших ритуалах происходят постоянно странные вещи. Многие засыпают, плачут, кашляют, тыкают. Иногда многих начинает рвать, падает температура тела или наоборот морозит, начинает что-то болеть, гореть. Могут начать слышать шаги по своему жилью, могут начать звонить старые знакомые, может, как специально происходить разное, чтобы лишь бы они отвлеклись и выключили ритуал. Может наступить сильнейший голод или, наоборот, пропасть аппетит и другие странные вещи. Это все просто отлично. Если есть любая реакция, это значит, начинают выходить порчи. А ваши враги начинают что-то чувствовать, и их вражья сила разными способами старается отвлечь, выключить наши сильнейшие ритуалы.
Ведь в наших ритуалах чистим не мы, а чистят вас все боги, духи и силы. И потому-то сила наших ритуалов просто сногсшибательная. Бывает так, что сначала сильный хороший эффект, а потом снова все возвращается. Это значит, не забывайте, как всегда, как мы всегда говорим, про откупы. И они должны быть по вашим меркам очень хорошие. Не просто как собакам кинуть ненужную кость, а такими, чтобы было жалко отдать. Тогда вы не будете должны силам, и ваша жизнь кардинально поменяется в лучшую сторону. А иначе духи и силы могут на вас обидеться. И тогда неизвестно, чем они заберут у вас откуп. Могут забрать даже жизнь. Спаси и сохрани, Господь, не дай Бог. Поэтому лучше с этими парнями не шутить. А еще надо научиться быть скрытными. Если вам начнет становиться хорошо, и об этом узнают ваши враги, они начнут обновлять свои порчи, и вам снова станет плохо. Или тогда ваш откуп должен быть намного больше, чем вражий. А если вражьи дары силам будут больше, тогда порча к вам снова может приклеиться. Один человек нам написал, что пишет комментарии, и они странным образом исчезают. А другой человек нам написал, что пишет комментарии, и по ним проходит линия, как будто зачеркнута. Мы проверили, и действительно, много странных разных вещей происходит с нашими ритуалами, но мы уже привыкли. У нас попросили написать наши слова-заговоры в комментариях. Нет, любимые наши подписчики, слова заговоров – это наши личные слова. Почти все заговоры в наших ритуалах написаны лично нами. Это интеллектуальная собственность. И мы не можем отдавать свою собственность налево и направо. Вы ведь слышали в наших ритуалах, что мы запрещаем брать наши идеи и наши слова для других практиков, и что за этим пристально следит сам дьявол. А если наши слова попадут другому практику, и он вдруг погибнет, потому что дьявол караулит нашу собственность. Вам, мы, наши любимые подписчики, разрешаем использовать наши слова, но только для своих личных очищений, а не с целью наживы. Постоянно спрашивают, куда переводить донаты. Любимые наши подписчики, все реквизиты в шапке профиля. Там также есть ссылка, по которой можно отправить донаты из любой точки мира. Спрашивают, а если не знаешь, есть ли порчи, можно ли в качестве профилактики смотреть ритуалы? Конечно же можно, и не только можно, но и нужно. Ведь вы моетесь регулярно, зубы чистите и другие гигиенические процедуры делаете. А ритуалы очищения – это также гигиена, только уже не материального тела, а энергетического. И потому просто необходимо смотреть такие ритуалы. Иначе грязь будет копиться и копиться, и со временем приведет к болезням и разрушениям. И кушать можно под наши ритуалы, и кофе пить, как вы написали. Продукты будут впитывать информацию ритуалов и очищать вас уже не только снаружи, но и изнутри. А это еще будет более мощное очищение. Пишет одна наша подписчица, что как послушает наши ритуалы, так ей начинает писать ненужная ей так называемая подруга. Это потому, что она ощущает сразу определенный поток от вас. Наши помощники, боги, духи и силы, которые нас очищают, начинают ей посылать определенные знаки, вибрации. Ведь вы очищаетесь от врагов, и эта подруга тоже ваш враг. И боги, духи и силы это знают, и начинают выводить ее на эмоции, начинают калашматить, и она ощущает наших помощников и понимает, от кого ей прилетает. Они ей дают разные сигналы, от кого ей прилетает бумеранг. Откупы духом можно присылать на наш канал. Ссылки и реквизиты находятся в шапке профиля. Сумму мы не называем. Это все должно идти от вашего сердца и от вашей души. Но если честно, то сумма должна быть такая, чтобы вам было жалко. Написали, что как посмотрят наши ритуалы,
что как посмотрели наши ритуалы, то у них забрали христианский эгрегор. Это как может быть? Невозможно забрать ваш эгрегор без вашего разрешения. А тем более мы тоже христиане, хоть и работаем с темными силами. Но мы христиане и очень свято верим в Бога. Но мы хоть и работаем с темными силами и даже с дьяволом, но мы не делаем ничего плохого. И если вам говорят о нас плохие вещи, то, что мы работаем с темными силами, то зря они это делают. Бог их за это очень сильно накажет, за их клевету на нас. Написала одна подписчица, что сначала стало очень хорошо, а затем стало снова плохо. Хотя и откупы пишет, что делает. Возможно, откупы недостаточны по мнению сил. Это возможно, но мы не утверждаем, силам виднее. А если достаточно, тогда, возможно, вы кому-то сказали, что очищаетесь, и об этом узнали ваши враги. Или враги где-то вас увидели, похорошевшие, и начали обновлять свои программы, стали платить силам еще больше. И потому уже ваши откупы для сил стали маловаты. Ведь мы постоянно вам говорим, что будьте как можно более скрытными. Не говорите про очищение. Надо, чтобы ваши враги думали, что вам плохо. Тогда они успокоятся и не будут платить силам. Оставят вас в покое. А вы в это время наберетесь сил и энергии. Восстановитесь. Ваше энергетическое тело окрепнет. Появится иммунитет к порчам. Ведь порчи, как мы не раз говорили, это как вирусные инфекции. Если вы еще недостаточно вылечились, ваше тело недостаточно окрепло, а к вам попадет новая инфекция в виде новой порчи, то вам, естественно, станет хуже. А если вы капитально вылечитесь от порч, окрепнете, у вас будет налажен уже серьезный коннект с богами, духами, силами в виде регулярных откупов. Ведь, как мы не раз говорили, боги, духи и силы считывают все ваши мысли и видят, кто для них старается, видят, кто пишет комментарии, например. Ведь вы, когда пересылаете видео, когда ставите лайки или делаете комментарии, пусть даже смайлики в комментарии отсылаете, вы же уже включаете мозг. И они все это видят и постепенно становятся для вас большими друзьями, помощниками и защитниками. И вот когда все это с вами произойдет, тогда уже можно будет не бояться никаких порч. А еще обострения после улучшения часто бывают, когда эти порчи застарелые. Мы делаем иногда отливки нашим знакомым, которым очень плохо. И мы знаем, что на них есть сильнейшие застарелые порчи. И поначалу отливки совершенно гладкие. Это потому, что порчи ушли глубоко внутрь. И постепенно отливки становятся все более и более страшными. И где-то примерно шестая отливка получается вообще ужасная. Но потом постепенно начинает улучшаться. И где-то уже примерно 30-я отливка получается совершенно гладенькая. Мы, конечно, не делаем это за один день, а примерно дней за 5. И обязательно в период очищения говорим, что необходимо есть как можно больше витаминов и больше спать. Потому что очищение – это очень сильная встряска для всего организма. А еще и надо не только принимать магическое очищение, но и перемыть обязательно все свое жилье, все зеркала, все стеклянные поверхности с добавлением соли, перестирать все свои вещи, какие можно, также с добавлением соли, проветрить хорошенько все свое жилье. Также поступите со своим рабочим местом, ванну регулярно принимать очень хорошо, также с солью, и на макушку, и во все карманы, в обувь, можно даже в постели сыпать немного соли. А еще лучше, как мы не раз говорили и говорим, с добавлением черного перца. Вот это вообще будет тогда суперчистка. Часто спрашивают, почему гаснет свеча на наших ритуалах. Вы уже должны знать, любимые наши подписчики, почему. Потому что вы очищаетесь, но этого очень сильно не желают духи врагов, которых они послали вредить вам. Вот поэтому эти враги, духи
и их духи тушат свечи. Мы не говорим об этом ритуале, чтобы не тратить время, чтобы лишний раз лучше сказать правильные нужные слова. Но вы уже сами должны знать об этом. Некоторые спрашивают, почему после чисток ощущается какой-то стресс, а еще и голоса начинают слышать умерших родственников, потому что любое лечение вызывает обострение, а тем более наши мощные чистки с призывом не одного эгрегора, а всех эгрегоров мира. Представляете, какая мощь вас лечит? Потому-то вы и голоса можете начинать слышать своих духов рода, потому что все силы поднимаются на ваше лечение, и ваши духи рода в том числе, и они вам говорят слова признания, что вы молодцы, потому что когда очищаетесь вы в наших ритуалах, попутно мы очищаем и всех ваших духов рода. Пишут, что у кого-то из вас дочка как с цепи сорвалась, огрызается, пьет, по мужикам таскается. Сильнейшая порча на рассорке, алкоголь и на сексуальный разврат. Вижу, что из зависти это на нее сделала одна знакомая. Вижу, что вы не сможете ее убедить почиститься, поэтому чистите ее сами, хотя это и большой грех – чистить без разрешения. Но при просмотре наших ритуалов и когда будете называть ее имя, обязательно делайте оговорку: «Если только ты, Господь, позволяешь очистить мне мою дочь, на все твоя воля». Пусть Бог решает, чистить ее или нет. Не берите на себя эту ответственность. А еще говорите, что просите смилостивиться и разрешить все-таки почистить свою дочь. Это надо сказать обязательно, иначе это будет большим грехом, такая чистка. Возможно, Господь позволил лечь этой порчи на вашу дочь с целью какого-то урока, возможно, в качестве кармической отработки. Поэтому нельзя брать на себя роль Бога. Надо обязательно просить разрешения. Просят сделать ритуал очищения от закольцованного замка в портале, от 13-го старшего аркана, ритуал на беременность, на взыскание долгов и так далее. Милые, родные наши подписчики, вы молодцы, что просите. Мы всегда берем ваши просьбы на заметку. Но большинство ритуалов, о которых вы просите, и вот эти ритуалы, они уже есть на нашем канале. И к тому же мы постоянно, почти во всех ритуалах, говорим, например, про детей, что снимаются порчи на детей, на бесплодие, на деторождение, снимаются крадники детей и так далее. Про закольцовки тоже почти постоянно говорим, про взыскание долгов тоже говорим постоянно. Будьте повнимательнее, во-первых, а во-вторых, постарайтесь просмотреть все наши ритуалы, и вы обязательно найдете тот, что вас интересует. Но вы все равно пишите, возможно, какого-то ритуала у нас и нет. Пишите. Одна подписчица пишет, что сын постоянно машины разбивает, деньги плохо даются заработать и так далее. Также сильнейший крадник ресурсов. Все наши ритуалы очищают от крадников. Сами очищайтесь и постарайтесь убедить детей, чтобы они тоже очищались. Или пусть громко скажут, что они вам разрешают их почистить. И пока идут наши ритуалы, говорите их имена или фотки положите рядом с телефоном. Их имена на листике напишите и положите также рядом с телефоном. Это также и будет очищать, хоть вы и не будете смотреть ритуал. Имена и фотки положите, и все. Одна подписчица написала: «Сделайте ритуал, чтобы соперница ушла от любимого человека». Милая подписчица, мы такие ритуалы не делаем. Нельзя такое делать. Даже очищать человека, даже делать, казалось бы, благое дело, как мы уже и говорили, можно только с разрешения этого человека. А вы говорите сделать так, чтобы ушла. Нельзя идти против воли человека. Это огромный грех. А мы себе не враги. И вы себе, мы так думаем, тоже не враг. Вы очищайтесь, а боги, духи и силы поставят все на свои места, как должно быть. А для всех женщин хотим сказать, не держитесь и не думайте о тех мужчинах, у которых появились другие женщины. Чем дольше вы будете об этих мужчинах думать и о их женщинах, тем больше будете сливать им свою энергию, на которой эти мужчины с вашими соперницами будут свисти и пахнуть.
а вы будете опустошаться, становиться нервной и слабой. Не давайте им это счастье. Цените свою драгоценную энергию. Будьте жадными. И вот когда вы прекратите о них думать, перекроете кран, вот тогда им придется через какое-то время очень несладко. Они уже привыкли к потоку вашей жизненной энергии. А вы им источник перекроете, да еще и на этой своей энергии сами начнете цвести и пахнуть. Ваш мужчина увидит вас цветущую и начнет уже он о вас думать и сливать свою энергию вам, и постепенно начнет слабеть сильнее и сильнее. В конце концов, вот увидите, приползет к вам на коленях, и там уже вы сами посмотрите, нужен ли вам он вам такой. Не смотрите, что первое время, пока вы будете цвести и пахнуть, вам будет казаться, что у него с его женщиной все хорошо. Это вам будет только казаться. И мужчина всеми силами будет эту показуху для вас создавать. А вы не поддавайтесь и продолжайте в своем репертуаре. А еще и другого мужчину себе найдите. И вот тогда-то он локти и начнет кусать. Мужчины терпеть не могут женщин, которые за ними бегают. Мужчины любят только тех женщин, за которыми они бегают. Вот и будьте такой лисой, кокетливой и недоступной. Вперед из песни «Разбивать мужские сердца». Наряжайтесь и вперед. Прочь всех мужчин из головы. Пусть мужчины о вас думают, а вы будьте в их головах, а ваша голова только для вас, любимой. Пишут многие, что нет сил, спят сутками, слабость, вялость, мозги как в тумане, теряют вещи и так далее. Это также порчи, мороки, которые высасывают из вас всю жизненную энергию. И пока вы спите, пытаетесь восстановить силы, которые враги из вас высасывают своими привязками. Они, эти враги, в это время очень бодрые и веселые на вашей энергии. Живут и радуются, пользуются всеми вашими благами, вашей удачей, вашими ресурсами, физическим и умственным потенциалом. Нам это очень знакомо. Когда мы еще не занимались чистками и сопротивлялись всеми силами вставать на путь магии экстрасенсорики, у нас тоже периодически были такие состояния. Но теперь такого в нашей жизни давно нет. Слава Богу! Очищайтесь, терпеливо очищайтесь, и именно нашими чистками очищайтесь, потому что они все сразу с наполнением, а от чисток других практиков вы еще больше можете ослабнуть и потерять силы. Чистки, если они без наполнения, очень сильно ослабляют, ведь они будут вынимать из вашей энергетики вместе с негативом огромные пласты и хорошие энергии, которые будут превращать вас в сонных, уставших людей. Еще пишут, какая-то знакомая соседка постоянно трогает то за плечо, то за волосы, то за руки. Ваше тело – это ваш храм. Никому не позволяйте его трогать. Никому. Даже когда идете к врачам или на массаж, или на другие процедуры или лечения, ставьте на себя защиты. Представляйте себе, что ваше тело полностью покрыто зеркальной поверхностью, направленной стеклянной отражающей стороной наружу. И все, кто будет трогать ваше тело, будут трогать зеркало. И весь негатив будет отзеркаливаться обратно к врагам. Всегда старайтесь так делать. Любимые наши подписчики, вот пока я с вами разговариваю, я смотрю, что происходит со свечами. Это что-то невообразимое. Вы сами, наверное, видите, как они стреляют и сверкают. Такого вообще давно такого не было, до такой степени, чтобы они так стреляли и сверкали. Видимо, то, что сегодня Хэллоуин, уже в некоторых регионах уже и происходит. Поэтому на свечи это так сильно влияет. Чистка в это время самая наимощнейшая. А тем более в период буквально
послезавтра состоится новолуние. Это еще сильнее, энергетика еще сильнее. То, что и перед новолунием, да еще Хэллоуин, пусть в некоторых странах его и не отмечают, но просто сама по себе энергетика Хэллоуина, то, что люди ходят и разные кричат, прославляющие разных богов, разные молитвы, одевают различные маски, тыквы одевают, там свечи жгут, это все влияет на энергетику пространства всех стран, независимо где кто живет, отмечает, не отмечает, но это все сказывается на общей энергетике всех пространств всего мира. Поэтому этот ритуал вам необходимо посмотреть как минимум, наверное, 5 раз, чтобы хорошенько очиститься. Потому что я говорю, то, что происходит сегодня со свечами, это, ну, вообще энергетика сильнейшая в пространстве витает. Поэтому постарайтесь посмотреть этот ритуал как можно больше раз. Это будет для вашего же блага. Тем более здесь сегодня мы очищаем финансовую сферу, ну, как акцент делаем на финансовую сферу. Так-то мы очищаем все. Мой брат вот рядом сидит, он читает очищающие слова на все. Независимо финансы, не финансы, на все буквально. И поэтому мы сегодня очищаем комплексно, как всегда, но больше акцент на финансы. И мы думаем, что хоть у вас и с финансами все хорошо у некоторых людей, но финансы лишними не бывают, поэтому желательно вам всем посмотреть этот ритуал как можно больше раз. Финансы лишними не будут, и тем более это комплексная чистка, и здоровье лишним не будет, и красота, и молодость, и удача лишней не будет. В общем, все-все-все лишним не будет. А энергетика сегодня, как еще раз говорю, в пространстве огромная, наимощнейшая. Перед новолунием, да еще Хэллоуин. Здесь сегодня люди во многих странах, наверное, пускают салюты, поют песни различные. Это все в общее пространство проходит, и общее пространство мира, Вселенной, небесное пространство, и все это вот сказывается на том, что как реагируют сегодня у меня свечи у нас. Вы сами видите, как они стреляют, сверкают. Поэтому, если есть желание хорошенько очиститься, то я советую этот ритуал посмотреть как можно больше раз. А тем более он, и вы тут и полезную информацию узнаете заодно. И, в общем, тут сегодня все. И полезная информация, и очищение. И вот еще, кстати, я вот наблюдаю за тем, что выливают свечи. И вот я, не знаю, вы заметили или нет, я вот наблюдала за фигурой. Там был, вот прямо отчетливо был виден такой вот мужик, не знаю, ну какое-то оно с мешком за плечами. Я не знаю, вы заметили или нет, но вы, если будете второй раз просматривать, несколько раз увидите, когда вот еще я не повернула отливку, там прямо отчетливо был виден, вот как мужичок или оно с мешком за плечами, который крадучись идет, прям там можно было увидеть и ноги, и вот он как утаскивает у вас все ваше счастье, все ваши финансы, все ваше здоровье, красоту, молодость. Вот прямо вот видно было, прямо мешок огромный за плечами, и вот такой вот мужичок, или, как я еще говорю, оно, и несет все ваше счастье. Вот вы можете увидеть, если еще раз будете просматривать. А потом дальше мы посмотрим, что еще отольется. Любимые наши подписчики, ну вот я поотвечала на вопросы, а сейчас на следующие вопросы в следующем видео поотвечаю на вопросы. А сейчас
разрешите, я слова очищения проговорю громко, потому что я вам не раз говорила, что богам, духам и силам надо громко, прямо вот не зря мы сделали церковную акустику, что им надо, чтобы мы громко говорили слова очищения, как в церкви, тогда они все услышат, самые главные вот боги наши. А которые вот, если шептать или потихоньку говорить, то это слышат, но не все боги, не все духи и силы слышат. Некоторые слышат, но не все, а вот самый верх богов, самый высший эшелон, это шептание не слышат. Поэтому сейчас разрешите, мы с братом будем громко говорить слова очищения, а потом посмотрим, что отольется, хорошо? По воле всех богов, духов и сил Вселенной, по воле всех светлых и темных сил, отныне и до веку, навеки вечны, бесконечно, все зло врагов наших, бывших, настоящих и будущих уничтожается, а все наши желания, желания мои и желания моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков, все-все-все добрые, светлые желания исполняются. У меня и у моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков начинается наисветлейшая полоса в жизни, а все зло врагов, все вражьи подклады, крадники навечно удаляются, уничтожаются. Уничтожаются крадники финансов, здоровья, красоты, молодости, счастья, семейного благополучия, процветания, карьерного роста, удачи, везения, успехов противоположного пола. Крадники любви, крадники интеллекта, физической и умственной энергии уничтожаются. Крадники уважения, дружбы, крадники детей, крадники всего-всего хорошего отныне и до веку, навечно и бесконечно у меня и у моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков уничтожаются. А на их место встает в мою жизнь и в жизнь моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков бесконечная полоса здоровья, любви, счастья, процветания, семейного благополучия, удачи, везения, дружбы, хороших, здоровеньких детей, полоса почета, уважения, славы, карьерного роста, богатства. Деньги приходят легко-легко и быстро со всех источников Вселенной. Возвращается все-все-все до самой капельки, светлое, доброе, хорошее, чистое, очищенное, пропущенное через все фильтры Вселенной, что украли когда-либо наши враги. Наступает полоса бесконечной, роскошной, красивой, молодой, физически и умственно наполненной энергичной жизни. Все, о чем мы мечтаем, чего хотим, что очень сильно желаем, но только доброе и светлое, тут же в нашу жизнь приходит, как по мановению волшебной палочки. И никто уже и никогда больше не сможет украсть это. Никакой враг никогда не сможет причинить нам никакого вреда и зла. Да будет так. Если у меня и у моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков есть общие дети с врагами, есть общие дорогие для нас люди или животные, то прошу темные силы этим детям, людям и животным зла не причинять. Пусть справедливость будет возложена исключительно только на детей, людей и животных, которые дороги только врагам, исключительно только нашим врагам. Врагам моим и врагам моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков. Да будет так. Наши враги, как всегда, желают нам самого плохого. Но мы не позволим нашим врагам сделать это с нами. С себя мы все вражье зло, все-все-все зло до капельки снимаем. Все-все-все вражьи пожелания для нас уничтожаем, убираем, снимаем. И назад все-все-все вражьи пожелания для нас назад на наших врагов отправляем. Все-все-все вражье зло на врагов наших отправляем. Все, что наши враги нам желали, желают и будут желать в будущем, сразу же на врагов наших, тут же, сию секунду, с огромными процентами, в качестве науки и урока отправляется. Да будет так, заклято.
Враги забирают наши ресурсы, ставят на нас различные крадники. Уничтожаю все вражьи крадники и на врагов сейчас же назад возвращаю. И ставлю на врагов все их крадники. У врагов наших сейчас же забираю все чистые, очищенные от всякой грязи хорошие ресурсы. Да будет так, заклято. Теперь все, что враги наши нам желали, случится с нашими врагами, если на то позволяет Господь и высший праведный суд. Все их пожелания для нас враги себе сейчас же, сию секунду забирают до самой капельки. И сейчас же, сию секунду, на врагов наших летит огромный беспощадный бумеранг с их пожеланиями для нас. Теперь все враги, кто нам этого желали, каждый враг, который что-то из перечисленного нам желал и что плохого желал не из перечисленного, сейчас же, сию секунду, если на то позволяет Господь и высший праведный суд, себе забирает. Теперь наши враги сами заболеют, станут инвалидами, попадут в аварии, погибнут, отравятся, подавятся, утонут. Их съедят акулы, врагов укусят гремучие змеи, другие гадюки и ядовитые насекомые. Враги задохнутся угарным газом, сгорят, повесятся. Врагов наших убьют, зарежут, закопают и так далее и тому подобное. С вражьими детьми случится то, что враги желали, желают и будут желать нашим детям. И с дорогими врагами, людьми и животными случится то, что желают враги нашим дорогим людям и животным. С каждым нашим врагом случится то, что каждый враг желал нам по справедливости. Все-все-все вражьи пожелания для нас пусть случатся с нашими врагами и исключительно с теми врагами, кто нам этого желал, и исключительно только то, что каждый враг нам желал, не больше и не меньше, если на то позволяет Господь и высший праведный суд. Лишнего не прошу, зла даже врагам нашим не желаю, а желаю только бумерангов, исключительно бумерангов, и больше ничего. С нас сейчас же, сию секунду, все вражье зло, все-все-все зло, до самой капельки снимаю. Все-все-все вражьи пожелания для нас убираю, уничтожаю. И назад все-все-все вражье пожелания на врагов наших отправляю. Да будет так, заклято. Снимаю, удаляю, уничтожаю все вражье зло и на врагов назад отправляю. По воле всех высших сил, по воле всех светлых и темных сил, по воле богов земли, воды, огня, воздуха, по воле Бафомета, по воле богини Геката, по воле самого дьявола, по воле всей вселенной, по воле всего, что есть во вселенной, по воле всех богов вселенной, по воле Иисуса Христа, по воле всех святых, по воле всех ангелов и архангелов, по воле Георгия Победоносца, по воле пророка Елисея, по воле пророка Даниила, по воле Иосифа Прекрасного, по воле пророка Соломона, по воле 160 ангелов, по воле крестителя Иоанна, по воле 110 святителей Второго собора, по воле всех святых исповедников, испоручников, по воле Николая Чудотворца, по воле святого Киприана, по воле святого Михаила, по воле святого Давида, по воле святого Гавриила, по воле святого Рафаила, по воле Богородицы нашей, по воле северных богов Одина, Тора, Тюра, по воле славянского бога Сварога, по воле самого Аллаха, по воле всех духов рода моих и моих светлых, добрых, безгрешных, без кармических отработок подписчиков. Вражье зло с нас снимаю, все защиты врагов наших, врагов моих и врагов моих добрых, светлых, без кармических отработок подписчиков уничтожаю. Отныне и до веку, на веки вечные, без малейшей возможности восстановления и возможности сделать когда-нибудь и кем-нибудь новые. Все вражьи защиты, ключи, замки, закрепы, печати, отводы, переклады, различные программы, контракты, прошлое, настоящее, будущее, сделанные врагами закольцовки, слова, проклятия, пожелания в наш адрес. Все вражье колдовство, зло, прошлое, настоящее, даже будущее с нас снимаю, уничтожаю. Отныне и до веку на веки вечные, без малейшей возможности восстановления и возможности сказать и сделать новые. И к врагам нашим назад все их зло возвращаю. Все вражьи сглазы, зависть, сплетни, оговоры, сделанные врагами нашими привороты, отвороты, остуды, черное венчание, различные привязки к мертвякам, сущностям, бесам, суккубам, инкубам, шайтанам, джинам и прочим видам злых некросущностей с нас снимаю и сейчас же, сию секунду, к врагам нашим возвращаю.
отныне и до веку, на веки вечные, без малейшей возможности восстановления и возможности сказать и сделать новые. Снимаю и врагам нашим возвращаю различные сделанные врагами порчи и ошейники, паучью, кладбищенскую, цыганскую, узелковую, соборную, деревенскую, вортовую, родовую, венцы безбрачия и все-все-все другие виды порчи. С нас снимаю и навеки вечные к врагам нашим назад возвращаю, отныне до веку, навеки вечные, без малейшей возможности восстановления и возможности сказать и сделать новые. С нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю различные вражьи шепотки, заговоры, сделанные врагами блоки, блоки с духами рода, блоки с Творцом, блоки с ангелами, финансовые блоки, социальные блоки, блоки общения с людьми в жизни и интернете, блоки на то, чтобы нас замечали люди в жизни и интернете, блоки на счастливую семейную жизнь, блоки на знакомство и развитие отношений с противоположным полом, блоки на удачу, с нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю, отныне и до веку, на веки вечные, без возможности восстановления и возможности сказать и сделать новое, все закрытия, перекрытия всех дорог счастья. Все это полностью на врагов наших, бывших, настоящих и даже будущих возвращаю сейчас же, сию секунду, отныне и до веку, и на веки вечные, без малейшей возможности это когда-нибудь и кем-нибудь изменить. Все, что враги нам желали, полностью с огромными процентами сейчас же, сию секунду назад себя забрали. С нас снимаю отныне и до веку, на веки вечные, все наши бинарные связи, привязки, подключки, каналы со всеми нашими врагами, со всеми вражьими потусторонним миром, со всеми вражьими духами, силами, богами, помощниками. Все вражьи духи, силы, вражьи боги, помощники отныне до веку, на веки вечные, наши друзья и помощники. И я обещаю всем вражьим богам, духам и силам, что принесу для них хорошие дары от себя, дорогих мне людей и от моих подписчиков. А вас, вражьи боги, духи и силы, прошу отныне и до веку, на веки вечные, стать друзьями моими, друзьями дорогих мне бескармических отработок людей и животных, друзьями моих добрых, светлых, бескармических отработок подписчиков. Если вы, вражьи духи, боги и силы, сомневаетесь встать на нашу сторону и отныне и до веку, на веки вечные, помогать нам, а не врагам нашим, выступать против наших врагов, а не против нас, то я сейчас же, сию секунду, полностью снимаю все связи, подключки, привязки, каналы с вами, да будет так, заклято. Все вражье зло с нас снимаю, все вражьи кладбищенские порчи, привязки к мертвякам с нас снимаю и к врагам нашим всех мертвяков на веки вечные возвращаю. Все враги, кто нам кладбищенские порчи делали, к мертвякам нас привязывали, сами сейчас же сию секунду в могилу легли и ко всем мертвякам привязались. Все вражье зло с нас снимаю, все вражьи родовые проклятия с нас снимаю и на врагов наших назад возвращаю. Все родовые проклятия, проклятия на одиночество, родовые венцы безбрачия, родовые порчи на личную жизнь, родовые порчи на алкоголизм, родовые проклятия на деньги, нищету, разорение, родовые проклятия на прекращение рода, родовые проклятия на смерть мужчин либо женщин, родовые проклятия на самоубийство, родовые проклятия на детей, родовые проклятия на малый срок жизни, родовые проклятия на болезни. С нас снимаю и на врагов наших назад возвращаю. С нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю все переклады вражьей родовой кармы. И все-все-все виды других родовых перекладов с нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю. С нас снимаю назад врагам нашим возвращаю отныне до веку все вражьи крадники. Теперь на врагах наших будут стоять на веки вечные все их крадники. Крадники времени, благополучия, удачи, везения, социальные крадники, крадники семейного счастья, крадники мужчин и женщин, крадники детей, крадники детородки, крадники карьеры, крадники красоты, крадники молодости, все-все-все вражьи крадники всего доброго и хорошего. Зло врагов бывших, настоящих и даже будущих отныне до веку на веки вечные с нас снимаю и к врагам нашим назад все их зло возвращаю с процентами, с огромными процентами. Все потусторонние порталы врагов наших отныне до веку на веки вечные блокирую, без возможности это когда-нибудь и кем-нибудь изменить. Блокирую отныне до веку на веки вечные все вражьи связи с различными силами, духами, богами, с потусторонним миром. Блокирую все связи врагов наших с их духами и хранителями рода. Никто и никогда отныне до веку на веки вечные врагам нашим помогать и исполнять вражью волю не будет, заклято. Все вражьи установки, сделанные на нас врагами, с нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю.
Все сделанные врагами блокировки на все наши чакры снимаю. И назад врагам всех их блокировки возвращаю. Отныне до веку навеки вечны все наши чакры Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара в полном порядке, гармонии, балансе, чистые, очищенные. А все чакры врагов наших навеки вечны блокирую их же блокировками. Полностью с нас снимаю назад врагам нашим, возвращая все подмены рода, подмены судеб нас, наши и наших детей. Полностью с нас снимаю назад врагам нашим, возвращая все вражьи подклады, подливы, окормы, опои. Полностью уничтожаю все вражьи коперы, все вражьи шабаши. Отныне до веку навеки вечны все вражьи жертвоприношения, вражьи дары богам сделанные, которые будут делать наши враги в будущем, обнуляя и назад врагам нашим возвращая. Отныне до веку навеки вечны все вражьи дары богам сделанные или которые будут делать наши враги в будущем, это наши дары богам. И потому все зло врагов отправляется отныне до веку навеки вечны без права и возможности это когда-либо и кем-нибудь изменить, сразу же полностью прямым ходом на врагов наших. Отныне до веку навеки вечны у меня и у моих добрых, светлых, бескармических отработок подписчиков все просто отлично, замечательно, все добрые желания исполняются, все проблемы легко решаются, а к врагам нашим все их зло назад возвращается. Полностью с нас снимаю и навечно к врагам нашим назад возвращают даже не магическое зло. Полностью с нас снимаю назад врагам нашим возвращаю все порчи на молодость, внешность, красоту, фигуру, глаза, уши, шею, волосы, кожу. Полностью с нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю навеки вечные все порчи на дружбу и любовь, все порчи на наши дома, квартиры, другое жилье, все порчи, сделанные через воду, все порчи, сделанные через зеркала, землю, огонь, воздух, луну, звезды, солнце, небо, деревья, растения. Полностью с нас снимаю назад врагам нашим навеки вечные возвращаю все порчи, сделанные на наши машины, другую технику. Полностью с нас снимаю назад, к врагам нашим возвращаю все порчи, сделанные через сотовые телефоны, через WhatsApp, Telegram, Viber, через сообщения, через социальные сети, через телевизор, музыку, песни, через голосовые сообщения. Полностью с нас снимаю к врагам нашим назад, возвращаю все порчи, сделанные через животных, насекомых, птиц, рыб, через наш биоматериал, волосы, ногти, зубы, через наши видео, фото, голос, через наши фекалии, через нашу кровь. Полностью с нас снимаю и к врагам нашим назад навеки вечные возвращаю все порчи на здоровье, порчи на голову, порчи на глаза, сердце, легкие, печень, почки, желудок, кишечник, нервную систему, ноги, колени, тазобедренные суставы, ступни. Полностью с нас снимаю назад к врагам нашим, возвращаю все порчи на руки, суставы, плечи, пальцы, сухожилия, вены. Полностью с нас снимаю и назад к врагам нашим навеки вечные возвращаю все порчи на мочеполовую систему, на гинекологию, на возможность иметь детей. Полностью с нас снимаю назад к врагам нашим навечно возвращаю все порчи на работу, бизнес, на политическую деятельность, на славу, почет, уважение, на концерты, на выступления по телевизору, в интернете и выездные выступления. Порчи на голос, внешность, красоту, все порчи на успех и продвижение по службе, на карьерный рост, порчи на музыкальные и другие виды произведений искусства. Порчи на урожай, на скотоводство, на птицеводство. Полностью с нас снимаю и навечно к врагам нашим возвращаю все порчи на предпринимательскую деятельность, идеи, таланты, умственную и физическую активность. Полностью с нас снимаю и навечно к врагам нашим сейчас же, сию секунду возвращаю все порчи на безумие, дебилизм, тупость, глупость, отсутствие потери памяти, мороки. Полностью с нас снимаю назад к врагам нашим возвращаю все порчи на алкоголизм, табакокурение, наркоманию, на игроманию, на сексуальный разврат, на обжорство. Полностью с нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю все порчи на отсутствие энергии, депрессию, апатию, порчи на самоубийство. Полностью с нас снимаю и к врагам нашим навечно сию секунду возвращаю все порчи на несчастные случаи, все порчи на лень, грязь, нищету. Полностью с нас снимаю и к врагам нашим назад возвращаю все порчи, сделанные на наших детей, к вражьим детям. Полностью возвращаю по справедливости. Полностью с нас снимаю навеки вечные, к врагам нашим, бывшим, настоящим и будущим возвращаю все виды злой магии всех стран и народов. Турецкую, арабскую, египетскую, крестьянскую, мусульманскую, африканскую, индийскую, китайскую, японскую, немецкую, итальянскую, французскую, английскую и так далее. Все возможные виды злой магии полностью с нас снимаю.
и назад к врагам нашим возвращаю, сейчас же, сию секунду, навеки вечные, без возможности это когда-нибудь и кем-нибудь изменить, любое новое колдовство и зло полностью снимаю и врагам нашим возвращаю. С этого мгновения и навеки вечные враги наши сами будут жить под гнетом своего же колдовства и зла, даже не магического, под гнетом своих же различного рода крадников ресурсов, которые к врагам нашим возвращаю и ставлю на наших врагов по справедливости. Отныне и до веку навеки вечные вражье колдовство и зло принесет врагам нашим и дорогим врагам людям столько же боли и страданий, сколько пережили мои добрые, светлые, без кармических отработок подписчики. И у врагов наших никогда и никем навеки вечные не будет ни малейшей возможности и шанса это изменить. Все зло врагам нашим вернется в десятикратном размере, если на то позволит Господь и высший праведный суд, в качестве науки и урока для врагов наших. На все воля Господа Бога нашего. А мне, моим добрым, светлым, без кармических отработок подписчикам, вернется в десятикратном размере все добро, украденное врагами, чистое, очищенное от всей вражьей грязи. Вернется добро, пропущенное через все фильтры Вселенной, если на то также позволяет Господь и высший праведный суд. Вернутся все чистые, очищенные ресурсы рода, богатства рода. Отныне и до веку, навеки вечные, озаряются светом Божьим, жизнь моя, моих добрых, светлых, безгрешных, без кармических отработок подписчиков. Отныне все высшие силы, светлые, либо темные, даруют каждому из нас, мне, моим добрым, светлым, без кармических отработок подписчикам, все, чего мы желаем в полном объеме, но только доброе и светлое. Полностью очищаю, наполняю себя дорогих мне бескармических отработок людей, своих светлых, добрых бескармических отработок подписчиков, позитивом, счастьем, благополучием, финансами, здоровьем, красотой, молодостью, удачей, везением, исполнением светлых, добрых желаний, любовью, семейным благополучием, привлекательностью в глазах противоположного пола, друзьями, социальным статусом, карьерным ростом, уважением, почтением, интеллектом, талантами, идеями, физической энергией, силой, мощью, чтобы хватало сил на все задуманные добрые дела. Полностью очищаю, наполняю свое сознание. Сознание дорогих бескармических отработок людей, сознание добрых, светлых, бескармических отработок подписчиков. Светом, чистотой, ясностью, пониманием, правильным, незатуманенным видением всего происходящего. Видением, кто враг, а кто друг, яснознанием, яснослышанием, ясновидением. Мощнейшую, непрошибаемую отныне и до веку, навеки вечную защиту от всего зла врагов на себя, на дорогих мне бескармических отработок людей и животных, на своих светлых, добрых бескармических отработок подписчиков ставлю. Отныне и до веку, навеки вечные, через мои поставленные защиты смогут проходить только чистки и ритуалы на улучшение жизни. Все вражьи ритуалы от мной поставленной защиты отныне и до веку, навеки вечные, будут сразу же отскакивать и прямым ходом сразу же на врагов моих, врагов дорогих мне, бескармических отработок людей и животных, врагов моих добрых, светлых, бескармических отработок подписчиков сразу же в десятикратном размере по воле Господа Бога нашего возвращаться. Да будет так, отныне и до веку, навеки вечные. Слова мои очень крепкие, никогда и никому и никем не перебить. На свои слова мощнейший замок вешаю и ключом мощнейшим навеки вечные запираю. На свой язык защиту мощнейшую ставлю, как бы вражьи духи не давили мне на шею и не картавили мне язык и не мешали мне сказать правильные слова. На слова свои мощнейшую, огромную, неснимаемую печать ставлю отныне и до веку, навеки вечные, и закрепляю все сказанное мной. Все потусторонние порталы врагов наших отныне и до веку, навеки вечные, блокирую без возможности когда-нибудь и кем-нибудь их открыть. Блокирую отныне и до веку, навеки вечные, все вражьи связи с различными силами, духами, богами, с потусторонним миром. Никто и никогда отныне до веку, навеки вечные, врагам нашим помогать и исполнять вражью волю не будет. Врагов всей магической силы отныне и до веку, навеки вечные, лишаю. Но вот посмотрите, любимые наши подписчики, что и следовало ожидать. Вы видите, это настоящая жаба, вся в шишках и наростах. Жаба – это сильнейшая порча, а еще и куча шишек. Шишки – это тоже сильнейшая порча. А еще жаба в Китае – это символ денег и богатства. А мы сегодня акцент нашей чистки поставили на очищение финансовой сферы. И это означает, что на наших финансах действительно была порча. И мы ее сейчас сожгем и посмотрим, что будет.
Всю вражью магическую силу себе забираю на борьбу со злом, для помощи добрым, хорошим людям. Заклято закрепляю свои слова силой всех высших сил, силой всех светлых и темных сил, силой богов земли, воды, огня, воздуха, силой Бафомета, силой богини Гекаты, силой самого дьявола, силой всей вселенной, силой всего, что есть во вселенной, силой всех богов вселенной, силой Иисуса Христа, силой всех святых, силой всех ангелов и архангелов, силой пророка Елисея, силой пророка Даниила, силой Иосифа Прекрасного, силой пророка Соломона, силой 160 ангелов, силой крестителя Иоанна, силой 110 святителей Второго Собора, силой всех святых исповедников и споручников, силой Николая Чудотворца, силой святого Киприана, силой святого Михаила, силой святого Давида, силой святого Гавриила, силой святого Рафаила, силой Богородицы нашей, силой северных богов Одина Тора Тюра, силой славянского бога Сварга, силой самого Аллаха, силой всех духов рода моих и моих светлых, добрых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков. Истина заклята. Любимые наши подписчики, у кого есть желание донатить, но нет возможности, пишите как можно больше комментариев, можно даже просто смайлики. Самое главное – как можно больше комментариев, любых. Самое главное – это продвинуть наши видео, чтобы их посмотрело как можно больше людей. И чем больше вы внесете в это свой вклад, тем больше будет ваш энергообмен. Не оставайтесь должными темным силам, это очень опасно. Они больше всего вам помогают и возвращают бумеранги вашим паскудным, вонючим, мразям, врагам. И еще раз говорю, наши ритуалы не обязательно смотреть. Главное тихонько включить и можете спать, заниматься своими делами, положить в сумку или карман свой телефон с включенным плейлистом наших ритуалов, которые называются «Ритуалы и молитвы богам», и гулять по городу. А наши ритуалы и молитвы будут менять вашу жизнь в лучшую сторону. И еще раз говорю всем повторюшкам, чтобы не смели брать ни слова, ни идеи из наших с братом ритуалов. Вы на заметке самого дьявола, не рискуйте. Еще раз говорю, что наши с братом ритуалы хороши тем, что они сразу с наполнением. Поэтому, в отличие от чисток наших коллег, их можно смотреть сколько угодно раз. Мы сразу, как кусок грязи убираем, сразу же на это место позитив наполняем. Поэтому у вас никогда не будет энергетических дыр. А еще наши чистки сразу с защитами, но с защитами такими, которые все хорошие, улучшающие жизни ритуалы пропускают. Они пропускают только негатив. В отличие от защит коллег, у которых защиты могут ставиться такие, что не будут пропускать улучшающие жизни ритуалы. Но наши ритуалы разобьют любые защиты наших коллег. А еще, если вы поставите у этих же наших коллег защиты, а потом будете у них же смотреть ритуалы очищения, через их защиты, через их же защиты, их же ритуалы не пройдут. Напрасная трата времени будет для вас. Надо будет сначала снимать их защиты, прежде чем смотреть их же ритуалы. Или не ставить защиты у них, пока полностью не очиститесь и вам не полегчает. И еще, если ритуалы очень короткие, меньше 1 часа как минимум, то толку от таких ритуалов можно сказать ноль. Чем дольше проходит ритуал, тем эффект будет намного больше. Или включайте ритуалы по много раз. Только так вы справитесь со своими врагами и быстрее исполните свои желания. Снимаю весь негатив, все чужое, наносное, все путы, привязки, присоски, рабские ошейники, подчины, разные блоки, закрытия, перекрытия, привороты, отвороты, пыльные накидки, мужские болезни, женские болезни, различные хомуты, кандалы. Свободными родились, свободными живем, свободными помрем. Ярмо снимаю, хомуты убираю, ошейники снимаю, кандалы убираю. Нам воля, врагам хомуты, да яма в поле. С нас уничтожаются и на врагов наших назад возвращаются все болезни головы, мигрени, давление, болезни щитовидной железы, эндокринные заболевания, сахарный диабет, инсульты, инфаркты, ишемические и все другие виды сердечных заболеваний, межпозвонковые грыжи и все другие виды различных грыж, остеохондрозы, радикулиты, миомы, полипы, колиты, гастриты, язвы, псориазы, расстройства психики, сна, болезни,
болезни легких, различные одышки, астма, близорукость, дальнозоркость и так далее. Все болезни наши отныне и до веку, на веки вечные уничтожаются и на врагов наших назад возвращаются. Да будет так. Никогда и никому мои слова не перебить. Истина заклята. Ключ, замок, язык. Печать неснимаемая навечно поставлена. Закреплено всеми силами, богами и духами Вселенной. Обратный ход колеса запускаю мне и моим добрым, безгрешным, без кармических отработок подписчикам. Все хорошее назад возвращаю. Наше счастье, здоровье, молодость, красота, финансы, благополучие и так далее. Врагами нас отнятые нам назад сейчас же возвращаются. А врагам нашим все их зло, колдовство сейчас же назад отправляются. Время назад и все зло назад. Зло назад туда, где враг, да будет так. Отвожу от судьбины лихую годину. Время мирское вспять поверну. Тот, кто наслал, тому возверну. Лети, стрела, до его двора, а наш дом минует беда. 12 ключей, 12 часов запираю на засов. Как стрела к ворогу метнулась, так и время вспять повернулось. Нам набело начать, а врагам нашим выть да страдать. Отвожу от нас все лихое, не наше, а чужое. На все 12 часов, на все 12 месяцев, на полные 12 годин. Нам счастье, а ворогу кукиш да медный алтын. Вы часы стучите, вы часы гремите, вы часы работаете. Так и нашим врагам в голове стучать, в разуме играть, ни в какую ночь покоя не знать. Конь копытом стучит, время птицы летит. Час желанный наступил, дар желанный будет мил. Замок на ключ, ключ в сундук, сундук на море-океане, сундук на острове Буяне. Не доплывешь, не долетишь, да будет так. Тикайте часы, идите, врагам нашим все зло назад верните. Круг за кругом подгоняйте, сна покоя не давайте. Время движется вперед, враг все счастье нам вернет. Течет река, время торопится, вражье зло за нами больше не охотится. Ждать мы счастья больше не хотим, нашим врагам сейчас же все невзгоды возвратим. Все желания добрые мы сейчас исполняем, все помехи на пути прочь удаляем, всех завистников вон навсегда прогоняем. Что сегодня загадали, то осуществляем. Мечты свои во Вселенную отпускаем и время для их исполнения подгоняем. Обратный ход колеса запускаем мне и моим добрым, безгрешным, без кармических отработок подписчикам. Все хорошее назад возвращаем. Наше счастье, здоровье, молодость, красота, финансы, благополучие и так далее. Врагами нас отнятые нам назад сейчас же возвращаются. А врагам нашим все их зло, колдовство сейчас же назад отправляются. Время назад и все зло назад. Зло назад туда, где враг, да будет так. Отвожу от судьбины лихую годину, время мирское вспять поверну. Тот, кто наслал, тому возверну. Лети, стрела, до его двора, а наш дом минует беда. 12 ключей, 12 часов запираю на засов. Как стрела к ворогу метнулась, так и время вспять повернулось. Нам набело начать, а врагам нашим выть да страдать. Отвожу от нас все лихое, не наше, а чужое. На все 12 часов, на все 12 месяцев, на полные 12 годин. Нам счастье, а ворогу кукиш да медный алтын. Вы часы стучите, вы часы гремите, вы часы работаете. Так и нашим врагам в голове стучать, в разуме играть, ни в какую ночь покоя не знать. Конь копытом стучит, время птицы летит. Час желанный наступил, дар желанный будет мил.
Замок на ключ, ключ в сундук, сундук на море-океане, сундук на острове Буяне. Не доплывешь, не долетишь, да будет так. Тикайте часы, идите, врагам нашим все зло назад верните. Круг за кругом подгоняйте, сна покоя не давайте. Время движется вперед, враг все счастье нам вернет. Течет река, время торопится, вражье зло за нами больше не охотится. Ждать мы счастья больше не хотим, нашим врагам сейчас же все невзгоды возвратим. Все желания добрые мы сейчас исполняем, все помехи на пути прочь удаляем. Всех завистников вон навсегда прогоняем, что сегодня загадали, то осуществляем. Мечты свои во вселенную отпускаем, и время для их исполнения подгоняем. Через вражьи каналы врагам все зло назад возвращаем, а к нам, вражьему злу, навек все дороги перекрываем. Через вражьи каналы врагам все зло назад возвращаем, а к нам, вражьему злу, навек все дороги перекрываем. Дорогие наши подписчики, начались проблемы с YouTube. Не дай бог, он станет недоступен в некоторых регионах страны. Поэтому, пока не поздно, подписывайтесь на наши каналы в Рутюбе, Дзене, Телеграм, чтобы нам не потеряться, чтобы вы не остались без нашей помощи. Ссылки находятся в шапке профиля. Дома наши будут чистотой сверкать, только хороших людей привлекать. Святой водой свои сильные слова закрепляю, врагов напрочь навсегда прогоняю. Аминь. Наши дома очищаю, удачи, деньгами и любовью их наполняю. Наши дома чистотой сияют, в дома наши богатства привлекают. Пыль сотрется, все плохое уберется. Привожу в порядок дом, чтобы счастье жило в нем. Мою, чищу, стираю чистотой нас и всех светлых, безгрешных, бескармических отработок подписчиков окружаю. Порядок везде навожу, от подкладов и подливов всех нас освобожу. Все зашептанные колдовские подклады, подливы, все магической силы лишаю. Все колдовские программы с подкладов, подливов всех снимаю и на врагов наших все эти магические программы направляю. Теперь враги наши будут под этими программами жить да страдать. Сами будут все свои порчи огребать. А мы отныне все полностью чисты. Из наших жилищ все подклады удалены. Ветровы ветровичи, весь свет обходящий, на весь люд зрящий. Вы найдите ветры врагов наших, супостатов проклятых. Вы верните им все подливы, подклады погостные. Вы верните им все программы злостные. Поверните все зло в обрат, чтоб враг наш не был рад. Сотворите дела по совести, чтобы все дела врагов наших отвести. Отведите от нас злую долюшку, отнесите врагам же их долюшку. Пусть мой приговор сладится, и о чем говорю, тут же станется. Истина словам. Господи Боже мой, от всякой порчи нас укрой, от ветряной, от земляной, от воды болотной, от палицы, от моталицы, от игляной, от огненной, от наносной. Кто ту порчу принес, тому эта порча на нос, на зубы, на губы, на сердце, в поганую утробу. Аминь. Кто землю с кладбища брал, тот на себя эту порчу забрал. Крест крестом, черт с хвостом и его родня при нем.
а мы с Иисусом Христом. Аминь. Земля к земле, а не к нам. А кто эту землю подсыпал, кто нашей смерти пожелал, тот сам себе эту землю забрал. Но вот посмотрите, любимые наши подписчики, жаба превратилась в льва, в злого хищного льва, который скоро порвет на части этих наших тварей, вражин, сука. А посмотрите, сколько дыр, одни сплошные дыры, дыра на дыре. Дыры – это крадники. Крадники, крадник на краднике, крадник на краднике. Вон, видите, сколько? Жрут, никак не нажрутся наши враги. Все воруют и воруют, никак не наворуют. Все финансы, все воруют у нас. Вон, дыра на дыре. Тварины. Но ничего, не переживайте, все будет хорошо. Мы их порвем, мы их победим, не переживайте. Как можно больше смотрите наших сеансов, как можно больше. И тогда мы быстрее их всех победим. Старайтесь смотреть и смотреть как можно больше наших сеансов. Потому что, видимо, это приходят новенькие к нам подписчики. И вот они, на них вот столько много навешено всякой порчи.